В городе Каракол в конце июля открылось швейное предприятие на 200 мест, которое приняло на работу всех желающих. Одна из особенностей предприятия заключается в том, что заинтересованных работников обучают сами, в то время как те, кто ничего не знает, могут освоить шитье в течение 2 недель. Некоторые с навыками могут позволить себе шить одежду всего за 2-3 дня. Я узнала, что тут обучают швейному делу, и решила прийти научиться. Для учеников есть отдельная комната, затем мы перебираемся сюда. И вот я уже работаю и получаю зарплату. Гулира Ибраимова как 3 месяца работает в этом цехе. Из-за недостатка денег она долгое время была в трудовой миграции. А теперь она работает у себя на родине и получает приличную зарплату. Я работала за границей в столице страны. Там, конечно же, не было таких условий. Приезжала, навещала семью. А теперь вот я у себя на малой родине с родными и с достойной зарплатой. Для работников созданы все условия. Тепло также дает 2 раза горячее питание. Кроме этого, у них имеется трудовая книжка и выплаты в соцфонд, которая им обеспечит пенсию в будущем. Мы сами их обучаем и затем трудоустраиваем. Это наш огромный плюс. Все условия мы создали для наших работников, а работать они начинают от своих возможностей. Кто-то уже на 3-й день садится за машинку и шьет. Хотя предприятие рассчитано на 200 мест, в настоящее время в нем работает всего 90 человек. С наступлением Нового года на оставшиеся вакансии начинают приниматься швеи. При этом одежда экспортируется не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и в Россию, Казахстан и за рубеж. Рахат Батырбекова, Джанара Есенова, Санжар Жолдошбекулу, СТВ, Каракол.